Я думаю, что проект «Год для Бога» — это самое лучшее, то, что есть для молодежи. Это то, что оснащает, то, что тренирует. И это замечательные служители в будущем. Этот проект, он очень нужен для молодежи, потому что мы можем достигнуть нашего поколения, потому что это оснащает молодежь. Это нужно. Я видел этих служителей после «Год для Бога». Это самые лучшие служители для молодежи. Now there's no